Всех приветствую. Имею вот такой шкаф-купе. Достался он мне при переезде в эту квартиру. Шкафчик так себе, выбрасывать его пока не буду. Тут у него на козыречке 1, 2, 3, 4 галогенки. Вот, они не подключены. А проблема вот в чем. Вот этот длиннющий коридор, когда ночью в потемках перемещаюсь в клозет, обязательно куда-то влетаю, потому как очень темно. И вот я решил сделать вот эту вот подсветочку, но не галогеночки, а светодиоды использовать. Светильнички установил разноцветные диоды. В каждый светильник свой цвет. Для питания светодиодов сделал вот это вот устройство. Значит, здесь у меня фотореле на 2 транзисторах. Запитал от платы зарядника мобильного телефона. Фоторезистор я установил на боковой стенке шкафа. Здесь же установлю и сам блочок. Как это все работает? А вот как. Перекрываю свет, закрываю фоторезистор, подсветка включается. Открываю, выключается. Ночью подсветка включена, днем подсветка выключена. Продолжу видео, когда на улице потемнеет. Итак, продолжаем. На улице темно. В квартире совершенно темно. Подсветка включилась. Светодиоды светят. Красный, желтый, голубой. Выбирай себе любой. Освещает пол. Ну и все вокруг. Слабо, конечно, но уже в потемках ни на что не наткнусь. Вот так. Всем, кто на канале, спасибо. Ставьте свои пальцы. И всем пока.